Канал Flash Game Shows. Если ты любитель браузерных флеш игр, то этот канал специально для тебя. Здесь ты сможешь найти большое количество тому подобных игр. Поэтому заходи и подписывайся. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон. Добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее прохождение новой и крутой карты, как обычно. И сегодня она носит название Balloons Tower Defense. Может, уже кто-то понял, что это за игра, она вроде где-то там была на телефонах или что-то в этом роде, но сегодня она будет в Майнкрафте. Все подробно я вам покажу, расскажу и объясню, когда мы уже полностью начнем видео. Но перед этим, ребята, не забываем ставить лайки. Чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы все дружно соберемся и каждый из нас поставит лайк, то 2000 лайков мы сможем набрать за пару часов. Поэтому, ребята, не поленитесь, потратьте одну секунду, чтобы поставить лайк, за это я вам скажу спасибо. Каждый подписчик для меня как друг, поэтому, ребята, не забываем подписываться на мой канал. Я вас всех приглашаю вступить в нашу большую дружную семью подписчиков. Я буду очень сильно этому рад. Ребята, я вас прошу потратить на меня 2 секунды, нажать на 2 кнопочки лайк, подписка. За это я вам скажу большое спасибо и также выпущу новое видео как можно быстрее. Но мы больше не будем тянуть и мы сразу же будем приступать к самому видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем начинать. Я прошу прощения, может, у меня голос как-то изменился или что-то в этом роде, но я реально заболел. То есть у меня и температура там 38, и насморки, вот эти все головные боли, и многое другое. Но все же, ребята, я собрался, и все же я сейчас сижу и записываю для вас видео и пытаюсь просто-напросто не захлебнуться в своих соплях. Поэтому, ребята, прошу прощения, если я буду сморкать и многое другое. Все же даже я болею, но для вас записываю новое видео. Ну что, ребята, сейчас мы будем рассматривать это. В чем заключается суть карты? То есть, давайте рассмотрим. Это карта. Тут выходят воздушные шарики, и у них есть задача. Добраться до сюда. Тут наша крепость. И нам нельзя позволить им это сделать. Нам нужно по ихнему пути расставлять всякие ловушки, то есть защитные какие-то механизмы, башни, которые будут уничтожать вот эти воздушные шарики. Нам не нужно позволить им, чтобы они смогли добраться до вот этой точки. Если они доберутся, то значит мы проиграли. Там у нас будет какое-то количество жизней. Если оно исчерпает себя, значит мы проиграли. Кто-то уже, наверное, да, в принципе, это банально. То есть все знают, что это такое. Поэтому, ребята, сейчас мы приступим. Но это реально крутая карта. Ее создали в Майнкрафте. Это офигеть как круто. Я уже поиграл, ребята. Честно, мне очень понравилось. Это будут наши башни. То есть сейчас я не буду это все объяснять, ребята. Это будет очень долго. Проще вам показать и объяснить, когда мы уже полностью приступим к самой карте. Тут у нас будет 3 различных карты. То есть, вот смотрите, это обычная карта, это равнина. Тут сложность можно выбирать. Смотрите, как тут круто стрелочки. То есть, офигеть как. Также тут у нас будет другая карта. Это ледовая. И тут у нас будет еще одна другая карта. Это Незер карта, то есть в аду. То есть мы можем выложить до 3 серий. Это будет первая серия, где мы будем играть в обычной деревне. Давайте я не деревня, а равнине. Сначала поиграем на изи, потому что я, если честно, не представляю, насколько тут сложно будет. Одно, что я знаю. Давайте сразу же нажмем. Одно, что я знаю. Тут у нас 40 волн. Волны, ну, в принципе, как в Call of Duty, допустим, зомби, да, там волны зомби. Тут волны воздушных шариков. Нам нужно продержаться 40 волн и не умереть, точнее, чтобы сюда не добрались воздушные шарики. Если мы продержимся 40 волн, мы прошли эту карту. Поэтому, ребята, нужно постараться. Ну что, у нас есть 200 жизней, у нас есть 200 баксов. И у нас нулевая волна. Нам нужно расставить вот... По мере прохождения вот этой карты, по мере вот этого пути, нужно расставить какие-то башни, да, чтобы... Воздушные шарики не смогли проходить, поэтому, ребята, мы ставим башню. Как ее ставить? Нужно выбрать слот. Вот видите, вот тут слоты вот эти все. Выбираем первый слот, это обычная макака, то есть обычная обезьяна. Мы становимся на какой-то блок, вот так, и смотрим вниз. И у нас в чате появляется, то есть купить вот эту обезьянку или отменить. Мы покупаем. И, как видите, у нас тут даже показывается радиус поражения других. Радиус поражения блоков, да, на какие блоки она будет... На какие блоки она сможет стрелять. Поэтому, ребята, смотрите, что она может. В принципе, это обычная обезьяна, она может стрелять. Ничего особенного нет. Она будет чуть-чуть уничтожать шарики. В принципе, это даже круто. Я тут еще где-то одну поставлю. Допустим, вот тут, да. Чтобы все же сразу же в первом раунде не проиграть. В принципе, очень даже круто. Давайте 140 баксов сэкономим. Да. И сразу же запустим первый уровень. Ну что, ребята, шарики потопали, шарики погнали. И как вы видите, обезьяны начинают их атаковать. Пока что никакой шарик не прошел. Да,
первую волну мы прошли. Не смотрите то, что это так было очень просто, это все же первая волна. Как, ребята, что я вам еще хочу сказать? Мы можем апгрейдить вот этих обезьян. Апгрейд стоит 50 баксов. Он увеличивает урон, наносимый урон вот этими стрелами, которые они стреляют, наносимый, то есть радиус поражения увеличивается, вот этот круг увеличивается на один блок, то есть она дальше уже сможет целиться. И также, что еще там меняется? И увеличивается скорость атаки. Давайте мы сразу же 50 баксов, вот видите, радиус увеличился, и тут же вот эту макаку тоже, 50. Сейчас уже вряд ли кто-то тут сможет пройти, но все же, ребята, мы будем смотреть. Давай, давай, ну что? Пока что у нас красненькие воздушные шары идут, шары, это самые обычные, ничего там особенного нету, скоро будут другие цвета и другие шары, которые будут намного быстрее передвигаться, и нам нужно будет их чем можно быстрее завалить. Вот видите, уже пошел синий шар он уже быстрее, то есть он уже намного быстрее, чем красный, как вы уже могли заметить. Это у нас третья волна. Еще осталось 37, мать его, волн. Но все же я постараюсь, ребята, пройти специально для вас. Так, давай, 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 давай. Я, в принципе, их и... Вот этих обезьян могу еще 100 баксов. В принципе, давайте еще немного пособираем бабла. А может даже потом что-то другое купим, но пока что эти две обезьянки делают свою работу. Делают и не дают ни единому шару пройти через эту замечательную оборону обезьянок. Ну что, кто еще вылезет отсюда? Вот давай, синенький шар, да, еще один синенький шар, да. За один синий шар нам дают по одному баксу. По одному баксу, да, как я понял? Или... По 2 бакса, нифига себе, то есть, вроде нам за каждый шар дают по 2 бакса, не знаю, что-то в этом роде. Ладно, ребята, ща мы их заапгрейдим, ща мы хотя бы, вот, одного можно уже заапгрейдить, вот смотрите, ребята. Бум, какой тут радиус, вот эти все пути он сможет перебить, то есть, если тут, допустим, проберется какой-то воздушный шар, то это он все сможет защитить. Вот этот весь радиус он сможет защитить. Посмотрим, ребята. У нас пока что 0 баксов, 2 бакса, 4 бакса, 6 баксов. О, уже пошел зеленый. Зеленый это вообще нафиг суперскоростной шар, который... Вот, смотрите, как он летит прям. Ух ты, а вы заметили то, что зеленый шар, когда мы уничтожаем зеленый шар, то с зеленого шара вылезает еще красный шар. То есть уже, видите, нам нужно 2 раза его уничтожить. Вот видите, ребята, как? Ух, зеленый уже нормально так доходит. Зеленый уже вот до сюда вода доходит. Если синие до сюда, красный вообще где-то до сюда, то зеленый уже... Нам нужно уже делать получше так защиту. Но пока что бабла у нас вообще нету, 48 баксов. Давайте еще один раунд, я надеюсь, что мы сможем продержаться. Ух, зеленые уже потопали, зеленые уже так гоняют тут прям на максимальной скорости. Давай. Давай, нам нужно что-то сейчас... Там у нас есть пушка, вот это у нас пушка есть. Она стоит 100 баксов. Нам нужно сейчас насобирать хотя бы 100 баксов. Если мы, конечно, сможем это сделать. Ну давайте, ладно, еще один раз. Еще один раз. Ух ты, желтые пошли. Желтые это еще намного скоростнее, чем зеленые. Нифига себе, вы уже тут разгонялись. Опа, 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 точнее, не зеленый, не красный, а желтый уже смог до сюда дойти. Ладно, мы ставим, ребята, бомбу, то есть, не знаю, как это назвать, кэнон, я знаю, это как будет по-английски, но... Ну, в принципе, пушка, орудие, как это можно сказать по-русски, мы ставим, и как вы видите, оно реально очень крутое. Вам не нужно никаких текстур-паков, никаких модов, это обычный ванильный Майнкрафт, ребята, и оно стреляет реально... Вот, гарман у меня. Офигеть, вот честно крутая карта. Вот поразвлекаться можно, и она стоит того. Зачем нужна вот эта пушка? Потому что после 20 уровня, давайте еще один раунд. После 20 уровня у нас появятся металлические воздушные шары. Это вообще, в принципе, странно, как металл может летать, но, ну, в смысле... И за исключением там самолетов, да, то есть воздушный металлический шар вряд ли сможет взлететь. Ну, ух ты, уже розовые пошли, они вообще суперскоростные. Но в чем суть, ребята? Она сможет уничтожать вот эти металлические воздушные шары. Только она, ни обезьяны, никто другой, только вот эта пушка. Также эта пушка, когда она стреляет, то она может наносить радиус, то есть... Она стреляет в один воздушный шар, но уничтожает 3 воздушных шара. То есть массовый урон, можно так сказать. Давайте еще одну вот тут поставим.
И все, сейчас, в принципе, наша дорога уже нормально так защищена. Да, в принципе, уже вряд ли кто-то тут сможет пройти до поры до времени, потому что после 20 уровня у нас вообще жопа начнется. Это 13 уровень, это еще легкотня. У нас тут 40 уровней. Поэтому, ребята, я все попытаюсь пройти в этой серии. Так, круто. Знаете, что мы поставим? Как она называется? 75, а тут нам сколько? 100 нужно. Вот поставим мы тут, знаете что, ребята? Поставим мы вот это. Что это такое? Когда тут будут пролетать воздушные шары, то знаете, что она будет делать? Она будет выпускать шипы. То есть отсюда будут вылезать шипы. И они, в принципе, будут протыкать вот эти шарики. Это тоже очень круто. Значит, тут эта зона у нас уже также защищена. Ну, в принципе, вот тут. Это очень даже круто. Но, ребята, мы тянуть не будем, сразу же приступаем. Пока что ни единственный шарик не прошел нашу оборону. Вот, как видите, пока что никто. Мне еще хотелось бы улучшить вот эту обезьяну. Вот видели, шипы вылезли уже. Мне еще бы хотелось улучшить вот эту, потому что это у нас уже на максимуме, 3-й уровень, а это пока что 2-й. Нужно улучшить, потому что она реально очень крутая. Ну давай, я нажимаю на следующий уровень. Вот тут, ребята, нужно нажать на вот эту кнопочку. Вот, выбирайте вот этот слот. Ух ты, нифига себе, они уже погнали. Нифига себе, а-а-а! Я уже начал проигрывать, Уничтожь вот этот, Не очень круто, Офигеть. Значит, 15-й раунд, это уже началась прям реальная жопа. Ну смотрите, у нас было 200 жизней, сейчас у нас будет сколько? Сейчас у нас будет 190, то есть 10 жизней мы уже просрали. Нужно что-то улучшать, давайте улучшим вот эту обезьяну. Максимальный уровень. И поставим тут еще одну вот эту на всякий случай. А бабла у нас нет, у нас одного бакса не хватает, а ты что, издеваешься? Из-за этого одного бакса мы сейчас можем проиграть вот этот уровень. Красные, то есть не красные, а черные шары пошли. С этих черных шаров вылезают еще два розовых шара. Офигеть. Сейчас уже, походу, начинается такой небольшой... А! Вот видите, ребята, вот... Ну, а нет, уничтожили. Как они его уничтожили? Ну, в принципе, очень даже круто. Давайте вот тут поставим еще один. Вот тут. Все. Тут уже, в принципе, будет такая небольшая защищенная зона. И знаете что? Я еще где-то вот тут планирую поставить одну макаку. 30 баксов. В принципе, нормально. Вот тут. Одна и сразу же улучшить не можем, потому что бабла не хватает. Ну, все же, ребята, давайте дальше. Нужно еще, знаете, что покупать? Мы, в принципе, уже купили 3 различных оружия, да, вот этих всех. Уничтожь! Давай. Я надеюсь, что эта обезьяна все-таки сможет что-то сделать, потому что этот шарик такой... Давай, еще раз! А-а-а, зараза! Офигеть, мы начали офигеть как проигрывать. Заразы! Давай, уничтожь! 179 жизней! Что нам нужно? Сколько вот это стоит? Сколько она вот стоит? 100 баксов. Давайте поставим вот эту. Это замораживающая обезьяна. То есть в этой зоне, она будет задерживать противников на, там, может, полсекунды или секунду. Точнее, она их замораживает, уменьшает скорость передвижения. Поэтому это очень даже круто. 100 баксов или сколько? 50 баксов. Улучшим вот эту. И, в принципе, давайте еще один раунд. Посмотрим, что произойдет, и сможем ли мы продержаться еще один раунд. Офигеть, сколько уже вот этих начало. Давай, уничтожь. 179 жизней. То есть, как видите, ребята, 13 уровней мы нормально продерживались, а потом начался офигеть что. Хаос начался, потому что, как видите, сейчас много, уже реально прям много. 179, сейчас у нас будет... Офигеть. 164, 159, 100... Я даже не знаю, ребята, что нам делать и что нам ставить. У нас... Бабла у нас, конечно, вообще нету. Тут мы можем поставить еще одну вот эту, на всякий случай. 75. И 60 у нас еще есть. Давайте 60 поставим... Давайте вот тут, может. Вот так. И сразу же... Не, улучшить мы не можем. Ну что, давайте еще один раунд посмотрим, сможем ли мы продержаться. Офигеть пока что. Пока что это офигеть.
Давай, уничтожь, уничтожь, уничтожь! Давай, еще раз, еще раз. Вот, замечательно, бомбанул, бомбанул, бомбанище вот этот. Замечательно. 84. Улучшаем вот эту. Улучшаем вот эту. Замечательно. Пока что бабла у нас не так-то много. Это очень хреново, потому что сейчас у нас пойдут уже металлические шары. Белые уже пошли, нифига себе. Давайте, давайте, бибизяны. Бибизяны. Хреначьте, давайте, давайте, не пропускайте ни единого шара. Замечательно, замечательно, пока что нормально, нормально, нормально. Ну, как нормально, не скажу то, что прям нормально. Но все же, давай, давай, давай. Еще вот этот, замечательно. Остался последний желтый. 199, замечательно. Так, ну что, ребята, 100 баксов. Улучшаем, давайте, вот этот. Вот, смотрите, какой радиус. То есть вот это все он сможет защищать. 100 баксов, что мы еще можем улучшить? Давайте вот это улучшим. А, опять один бакс не хватает, ты издеваешься? О, металлические, ребята, пошли. Вот, как видите, пошли металлические. Вот, то есть, офигеть, сколько много нужно нанести ударов, чтобы уничтожить вот эту металлическую хрень. Знаете что, ребята, вот как я смотрю, давайте вот сюда по центру поставим еще одну вот эту. В принципе, мне кажется, она там пригодится. Ну что, ребята, следующий уровень пошел. Следующий уровень. Давайте, 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 давайте. Подожмите, ребята. Опять металлическая хрень. Опять металлическая. Уничтожьте, пожалуйста. Потому что с этой металлической вылезет еще куча других шариков. Давай, давай. Давай. Во, вот этот зеленый. Давай. Уже не зеленый, уже синий. Розовый, красный. Ну, в принципе, вряд ли он тут сможет пройти. Вот это бибизяна его замочит. Давай, прям. Снайпер, давай, снайпер. Уа! Красавец. Нам бы вот это улучшить, но у нас опять одного бакса не хватает. Они просто издеваются. Ну что, ребята, давайте еще один уровень. 22-я волна. Я нажимаю уже на кнопочку. Кнопочка. Кнопочка! Оу! Я уже думал, у меня кнопка, правая кнопка мыши поломалась, потому что что-то она не хотела нажиматься. Вы, вот такие идиоты, они в себя стреляют, вот, нормально, замечательно. Давай, давай, нам баблона нужна, баблона, 179, 189, замечательно, давайте вот это улучшим сразу же. И 89, в принципе, пока что ничего не будем улучшать, потому что у нас, стоп, да, у нас просто нету бабла на это. У нас осталась последняя башня, это суперманки, супербибизяна, как я их называю. Они прям там лазерами стреляют и прочей хренотенью. Но она стоит 1000 баксов. А 1000 баксов у нас сейчас вообще никак нету. И мы никак не сможем это в данный момент насобирать. Поэтому, ребята, пока что не получится показать, что это за обезьяна. Но может позже, если мы насобираем. Давай, давай, защищай, защищай, защищай. Давай, 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 давай. Замечательно, замечательно, замечательно. Ух ты, ты прям защитник мой. Нифига себе ты справился. Вот это можно улучшить на второй уровень. А, все, это уже улучшено. Ага, значит, вот это можно улучшить на второй уровень. Что оно дает? Оно просто-напросто увеличивает урон и также увеличивает скорость выпускания вот этих шипов. Поэтому защита все же улучшится на какой-то процентик. Давайте, давайте. Металлические вот эти уничтожайте, уничтожайте. Давай, еще бы вот это улучшить, мне кажется, было бы вообще замечательно. Ух ты, они уже начали проходить, они уже... Вот, еще вот этот металлический. Замечательно, замечательно. Давай, давай. Во, нифига себе, мы затащили. Давайте вот это, 150 и 300, нихрена себе. Ну что, ребята, давайте вот это мы улучшили, переходим к следующему уровню. Замечательно, давайте. Еще вот это бы улучшить, нифига себе, какие-то зебры пошли. Офигеть, мы лопаем один шарик, с одного шарика вылазит еще 3 шарика. Мы лопаем эти 3 шарика, с этих 3 шариков вылазит еще 10 шариков. Поэтому, как видите, уже реально посложновато так пошло. Все, это мы улучшили, и сейчас вот эти пушки, орудия вообще не смогут никого пропустить. Потому что они наносят и огромный урон, и покрывают большой радиус, то есть большой радиус поражения. И также... Просто мы им увеличивали скорость стрельбы, поэтому они сейчас еще круче стали. Давай, давай, 153 баблы, баблы, не знаю, что это за слово. Так, 213, ребята, думаем, чтобы улучшить, это у нас на максимуме, это у нас на максимуме. Вот это бы, нет, это уже улучшено, значит, вот это улучшим, ребята. И 63, это уже на третьем уровне. Приступаем к следующему. 28 уровень, ребята, это 28 уровень.
То есть вы уже понимаете, что конец этой карты, в принципе, уже даже очень близко. Осталось 12 уровней, но вы не расслабляетесь, потому что чем дальше, тем хуже. Давай, 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 давай. Я думаю, то, что мы еще один уровень сможем продержаться, 29-й. Я надеюсь, то, что мы сможем продержаться. Нам, если честно, вот 1000 баксов бы вообще не помешало. Никому бы 1000 баксов не помешало. Потому что я бы тут, вот тут, именно вот тут я бы хотел поставить вот эту суперманки, чтобы она прям лазерами своими фигачила там всех подряд. Давай. 417, 420. Давай, давай. Ну, в принципе, вот, за эту черту они... Пока что не проходит. Зачем я это сказал? Ну зачем я это сказал, то что они сюда не проходят. И сразу же все начали проходить. Давай, уничтожь. Не пропускайте, никого не смейте пропускать. Никого. Вы крутые, вы крутые, молодцы. 555. Что бы поставить, где бы поставить и кого бы поставить. Давайте вот тут поставим. Вот тут или вот тут. Или вот там. Или вот тут. Давайте вот тут поставим, вот так. 1, 2, 3. Это все закрыто, то есть, ага, ага, нормальный, нормальная такая защита, поэтому пока что... Ооо, дирижабль! С одного дирижабля вылазит еще парочку металлических шаров. И также зебры. Зебры это еще, наверное, хуже, чем металлические, потому что зебры вылезают еще металлические. Поэтому нужно остерегаться сейчас, ребят, это уже 30 уровень. Ну нифига себе, затащили прям, затащили, давайте, давайте, покажите нам свою мощь, дирижабли прям сейчас в пень пойдут, потому что никто не сможет пройти. Ты не пройдешь нафиг, ни один, прям Гэндальф во мне проснулся. Давай, вот этого, вот этого. 1000 баблоны нам нужны, я хочу супер там, супермена манки, то есть не супермена, а суперманки. Давай, вали, защитник ты наш, давай, 700, давай. И 716, но вряд ли мы в этом раунде сможем. Ух ты, давай, 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 а то уже расслабились, расслабились. Нет, обезьяны, не расслабляться. Давайте, вот в этом раунде мы постараемся. Постараемся 1000 баксов заработать. Не знаю, сможет, вряд ли. Ни хрена себе. Да вы охренели, вы что, в одном раунде нас хотите всех уничтожить? Офигеть, сколько их начало проходить. Офигеть. Защита ни к черту. Уничтожь вот эту. Уничтожь вот эту. Вот эту, вот эту, вот эту. Сейчас вот эту, вот эту, вот эту. Давай, да, 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 да. Сейчас вот эту, вот эту, вот эту. Ребята, не пропускайте никого. Никого не пропускайте. Нам вообще не нужны. Все, дом закрыт, закрыт, никто сюда не войдет. Все, я тут на страже стою, то есть обезьяны там защищают, я тут защищаю. Не пропускайте. Не-н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 е. Ты не пройдешь! Разве что между моими ногами пройдешь, но походу жопа. Походу жопа. Да. Столько раундов держали, сейчас в 32-м раунде вообще жопа наступила. 85 жизней осталось. 115 жизней мы уже потратили. Но все же сейчас мы купим супер обезьяну. Вот сюда поставим. А нет, она 500 баксов стоит, ты зараза. Я думал 1000, а почему я думал то, что 1000? Если бы я думал, если бы я знал, что 500, я бы уже давно ее купил. А сколько апгрейд? А вот, апгрейд 1000. Ага. Куда бы ее нам засунуть? Куда бы ее нам засунуть? Засунем мы ее еще одну вот сюда. Две! Пожалуйста, пожалуйста! Я не хочу в этом раунде проиграть. Давай. Супер бибизяна, покажи, как ты защищаешь. Вот, во-во-во-во-во. Ну, не скажу, что прям суперский, но все же... Давай, давай, защищай ты нас. Защищай, и вот это защищай нас, давай. Ну, вот уже немного лаги начались, потому что реально много вот этих шариков начало вылезать. Давай, уничтожь. Уничтожь. Да, замечательно. Ну, не скажу, что прям суперская какая-то защита. Они все же проходят, и много сколько проходит, но... Если вот сейчас вот это постарается, вот это постарается, то в этом раунде, в принципе, мы еще сможем продержаться. Пожалуйста. Вот это тут тоже покрывает вот этот радиус, поэтому может даже получится. Пожалуйста. Давай. И вот это, еще даже сюда стреляет. Давай, давай, давай. Пожалуйста, пожалуйста. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Еще вот это, вот это, вот это, вот это. Да, не пропускай ты его. Уйди, пожалуйста. Уходи. Уходи! Разве... Ну, 72. Не знаю, сможем ли мы
затащить с первой же попытки, потому что вы видите то, что карта, ну, все-таки немного сложновата, не так-то сложно это все сделать, это все продумать. Давайте вот тут поставим, вот так, вот так, вот так, и это тут, или вот это, вот тут, да, замечательно. Ну что, ребята, еще один уровень. Это у нас на третьем? Да, это у нас на третьем. Постараемся, постараемся. Вот это мы уже... Может, это поможет нам что-то сделать. Может, что-то поможет. Давай, давай, быстренько, 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 быстренько. У тебя уже скорость нормальная, поэтому ты можешь затащить. Давай, давай. И вот это уже тут скорость нормальная. Ну, я вот эту бы улучшил, потому что на втором уровне эта обезьяна будет стрелять лазерами. Да, ребята, лазерами. Прям как не знаю что, робот какой-то. Но все же, как видите, это не так-то просто. Потому что... А, нет, офигеть! Почти никто не прошел. 240. Что бы нам еще поставить и где бы нам еще поставить? Думаем, ребята. Думаем. Вот тут можно вот эту поставить еще одну. 75 и 100. Замечательно. Вот так. Чтобы и там еще была, ну, хотя бы небольшая такая защита. Ух ты, сколько дирижаблей пошло нафиг. Давайте, валите, валите, валите. Офигеть, сколько вас уже там много. Ну вот это делает свое дело, она знает свое дело, то есть она много тут кого уничтожает. Это потом помогает доуничтоживать, не знаю, что это за слово, а вот это вообще прям всех в пыль стирает. Вот обезьяна, тебе бы апгрейдик за 1000 баксов, нифига, нифига себе апгрейдик за 1000 баксов, и ты бы прям тащила. Давай, давай, замечательно, замечательно, давай, вали, 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 и вот это давай вали. Это, может, давали тут кого-то? Ну, не скажу, что прям сильно она тут помогает, хотя... Пару стадий шариков она все же уничтожает. То есть, если они там, допустим, розовые, то она их делает красными. А это уже круто. Вот это тут свое дело знает. 35-я волна. Не пропускайте, пожалуйста, никого. Никого не пропускайте. Пожалуйста, пожалуйста. Давай, давай, давай. Вот, круто, круто, круто. И... Пожалуйста, вот, да, вот это. 1000 баксов! 1000 баксов! Уа! 1000 баксов! Опа! Сейчас посмотрим, что эта фиготня сможет сделать. Я надеюсь, что... Это что за хрень? Это что за хрень? Это уже не дирижабль, это какой-то супер-дирижабль. И с этого супер-дирижабля вылетают еще 3 или 4 дирижабля. Охренел! Пожалуйста, уничтожьте вот эти металлические хрени. Пожалуйста. Если они сейчас пройдут, нам жопа. Ну, хотя бы что-то. Ну, вот это, в принципе, как видите, как я говорил, она лазером не стреляет. Не знаю, помогает ли вот это или нет. Хотя, вроде, фига себе, она вроде там толком никого даже не пропускает. Много она защиты дает, но, в принципе, не так-то... Пожалуйста, не пропускайте никого. Вот, вот, пожалуйста. Во, замечательно. Еще вот этих. Замечательно. Замечательно. Пока что нормально, пока что более-менее. Вот тут поставим, вот так. Я надеюсь, что я не зря вот это все трачу. Что бы еще поставить и куда бы еще поставить? Давайте поставим, знаете, куда? Куда бы, ребята, вот подсказывайте, куда бы? Может, сюда еще одну поставить? Вот сюда, 75, да. Пускай будет. Ну что, ребята, это 37-я волна. Офигеть. Я уже прям не знаю. У нас мало жизней, очень мало жизней. Поэтому я не знаю, сможем ли мы справиться. Но все же... Все же. Много-много шариков проходит. Но вот это пока что макака, она более-менее так справляется. Потому что она все же необычная. Это нафиг какая-то терминатор макака. Все же она лазерами стреляет. Поэтому пока что нормально. Если это финал раунда, то... А хотя нет... Тут еще металлические. А если металлические пройдут, то это жопа полнейшая. Пожалуйста, уничтожьте вот. Прошли металлические. Прошли металлические. Я могу вот это тут поставить? Могу. Да, замечательно. Замечательно, замечательно, замечательно. Я могу это ставить. Значит, пожалуйста. Пожалуйста. Вот. Вот так. И 150. Да. Замечательно. Ну, если бы я это не смог, если бы я это мог ставить только в конце раунда, то вряд ли мы бы сейчас выиграли. А вот это, в принципе, сейчас нам реально помогло. Так, что нам еще нужно поставить, ребят? Вот это бы улучшить. Вот это бы улучшить на 300. Это уже у нас на максимуме. Пожалуйста, у нас осталось 3 волны. Пожалуйста.
Уничтожьте вот это нафиг супердирижабли, я вас очень прошу. Охренеть просто. Охренеть просто, сколько их тут проходит, сколько тут металлических вот этих. Пожалуйста, уничтожьте их всех. Я вас очень прошу. Давай, 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 супер, 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 давай, 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 вали, 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 вали. Ох, много-много кто проходит, очень много проходит. Вряд ли мы сможем это... Ну, честно, я не знаю, ребята, но у меня есть такое ощущение, то, что вряд ли мы сможем это затащить в этом раунде, то есть с первой же попытки, потому что вы видите, то, что это действительно очень тяжело, а на финальных уровнях это вообще прям полнейшая жопа. И вряд ли мы сможем уничтожить вот это все. Ну, постараемся хотя бы, мы продержались, мы практически выиграли, мы практически, ребята, выиграли. То есть, видите, то, что у нас осталось еще 3 уровня. Если вот этот каким-то чудом мы сможем продержаться, вот давайте вот тут поставим. Вот. Вот так, замечательно. И, допустим, еще вот тут поставим. Кого бы поставить? Кого бы поставить вот тут? Если мы вот тут поставим еще. Вот так. Замечательно. Вот так. Круто. И еще одну куда бы поставить. Еще одну вот сюда бы можно поставить. Только вот эту. Вот так. 1, 2. Замечательно. Давайте, пожалуйста, ребята. Пожалуйста, я вас очень прошу. Уничтожьте вот это все. Я вас очень прошу. Вот тут еще можно вот это поставить. Замечательно, давайте, давайте. Вот так. Пожалуйста! Уходи, 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 уходи. 49, 49. 45. Это сложновато, ребята. Сложно, сложно, сложновато. Как вы видите, это уже реально жопа пошла. Нам бы тут еще одну мартышку какую-то поставить бы, вот тут. Вот. 1, 2, 3. Фух. Это у нас 2 финальных уровня. У нас тут жопа начинается, ребят. У нас тут начинается жопа. Не знаю. Не знаю, сможем ли мы продержаться. Потому что, как видите, это реально сложно. А 2 последних уровня тут вообще уже супер-дрюпер дирижабли пошли. Уже и металлические, и не знаю, деревянные, и картонные нафиг. Но... Посмотрим. 2 уровня. Если это уже такая жесть начинается, то что будет в последнем уровне? Что будет в последнем, ребята? Там вообще жопа будет. Там вообще миллионы вот этих шариков повылезают. И я не знаю, сможем ли мы вообще продержаться. Нам бы еще вот эту макаку бы заапгрейдить. Но вряд ли мы сможем 1000 баксов за один уровень, да? Добыть. Давайте, пожалуйста, 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 пожалуйста. Ну, в принципе, они так себе проходят. Много-много проходит все же. Но вот это, делай что-то, делай что-то. Не стой, не смотри. А делай что-то. Она просто стоит себе, она даже не стреляет. Может мне тебе продать нафиг? Ты вообще какая-то бесполезная. Давай, пожалуйста, вот так. 700 баксов, нифига себе уже у нас есть. Давай, 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 давай. И, пожалуйста, пожалуйста, давайте еще вот эту. Ага. Ну, вряд ли. То есть 1000 баксов мы не насобирали, но все же. Ребята, это финальный раунд, у нас есть 900 баксов. Справимся, ребята, вот прямо сейчас заходите в комментарии, пишите, как вы думаете, сможем мы справиться в этом раунде или нет. Вот прямо сейчас, ребята, мне нужно знать ваше мнение. Прямо сейчас. Пишите в комментарии, справимся мы или нет, как вы думаете. Мне нужно знать просто. Мне просто нужно знать, потому что это реально очень важный момент, именно вот сейчас. Вот так, замечательно. Это мы поставили, круто. Сейчас еще бы вот тут одну поставить. Куда бы и что бы. Вот тут можно, нет. Вот тут можно поставить. Вот так, 1, 2, 3. Замечательно, уже более-менее защита есть. Да командская обезьяна. А тут 2 обезьяны есть. Вот я в одном месте 2 обезьяны посравил, нафиг. Поставил, нифига себе. Что бы нам еще, вот тут что-то нужно поставить. Какую-то защиту. А давайте еще вот это поставим. Вот так. И, в принципе, все. Мы еще можем одну маленькую поставить, допустим, где-то вот тут. Да и все. Да. Ребята, финальный раунд начинается. Защита у нас, в принципе, большущая. Я поставил их как можно лучше положение. Вот это замораживает, задерживает их хотя бы тут чуть-чуть. Пожалуйста. Это финальный раунд. Офигеть, сколько там суперских уже летит.
пожалуйста. Я даже не хочу смотреть, ребята. Вы наблюдайте, я буду вот так сидеть с закрытыми глазами. Хоть я одним глазом и подглядываю, но все же. Супер-терминаторский сын. Я не знаю, тащи. Прям вся надежда только на тебя. Тащи. Тащи, молоток, тащи. Давай. Вот это, я не знаю. Вот эта хрень вообще ничего. А, тут две штуки. Значит, у меня просто залагало. Ну ладно, не факт. Мы тут можем... Давай. Один. Два. Давай, уничтоживай. Вот так, замечательно. Это я поставил, значит, тут еще какая-то маленькая защита будет. Значит, мы даже посередине раунда вот это все можем делать. Давай. Вот тут уже тоже есть какая-то малюсенькая защита. Нифига себе! Нифига себе, сколько их там валит! Валит, да не валит, но это офигеть прям! Вот тут ставим вот эту кэнон фигню. Даже можно вот тут поставить. Да поставься вот! Да твою мать! Они меня троллят нафиг или что? Еще один раз заапгрейдим. Замечательно. Вот в последнем раунде прям лаги уже пошли. Реально, лаги уже пошли, потому что... Офигеть! Если бы сейчас продумаем в последнем раунде, что, наверное, и случится... Не хотелось бы каркать, но все же, ребята, вы видите то, что... Последний раунд — это жесть. Даже... Смотрите просто-напросто, какие лаги тут есть. Потому что это последний раунд, и тут офигеть, сколько много вот этих уже пошло. Но все же. Вот это можно еще поставить. О, нифига себе, у меня там даже какой-то лаг произошел, вы видели. Вот, еще одну можно поставить. Да, замечательно. Вот это уже что-то делает. Я опять две поставил. Я не хотел две ставить. Лаги какие-то. Офигеть, ребята, не доходите к 40 уровню, потому что у вас тут комп может сгореть нафиг. Пожалуйста, уничтожьте. Уничтожьте, тут я могу еще вот эту одну поставить. Вот так. Я могу ее улучшить? Да, конечно же, могу. Сейчас бы еще на 300 ее улучшить, но бабла у нас, в принципе, не так-то и много. Давайте, тащите, ребята, тащите! Давайте, не пропускайте, никого не пропускаем, никого не допускаем. Где бы еще кого-то поставить? Вот тут еще можно одну обезьяну поставить. Вот так. И вот так, один тут уже пролетел нафиг, скоростной скорострел, не, никто тут не пролетит у нас. Тут еще можно одну поставить, давай, посередине раунда я сейчас наставлю тут обезьян нафиг. Вот тут еще можно одну поставить, вот тут, и еще раз 100 баксов, потом, вот тут на финальный так случай, если все же кто-то сможет пробраться, вот так. Доставься! Ладно, ставим суперскую. Уничтожьте, пожалуйста. Вот видите, на финальный случай все же нужно поставить. Да твою за ногу, кобылу! Ну поставься ты уже, а, лагучая ты! Вот так. Это странный жест был, но все же, не обращайте внимания. Затащили! С первого раза, ребята, первый же раз, и мы затащили. Всех, ребята, затащили, всех порвали, всех разорвали в клочья. Офигеть. Ребята, если вы хотите видеть следующую серию, потому что, видите, тут у нас есть еще две различные мапы, в принципе, геймплей не меняется, но все же мы можем их даже попробовать. Поэтому, ребята, у нас тут есть также различные уровни, самые сложные. Вот видите, и сандбокс — это у нас бесконечная баблона, мы можем просто-напросто все застроить вот в этих супертерминаторах, и вообще никто не сможет пройти. Поэтому, ребята, если вы хотите видеть следующую серию, вы знаете, что делать, ставим самый большой лайк в мире. За это я вам скажу большое спасибо, потому что чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Если мы все дружно соберемся, всем дружно поставим лайк, то мы 2000 лайков сможем набрать за 3 часа. И я вам даю свое слово, то что сегодня вечером выйдет еще одна новая серия, если мы наберем 2000 лайков. Поэтому, ребята, не ленитесь ставить лайк, не ленитесь вступать в нашу большую дружную семью подписчиков. Я вас всех приглашаю. Я много раз говорил то, что каждый подписчик для меня как друг. Я вас всех люблю, ребята. Поэтому, если ты хочешь стать моим другом, просто подписывайтесь. Я прошу потратить на меня 2 секунды. Поставить лайк, чтобы вышла новая серия. И подписаться на канал, чтобы просто-напросто стать моим другом и сделать меня хотя бы немного счастливее. Я вам говорю большое спасибо за просмотр именно тем, кто досмотрел это видео до конца, потому что оно длилось
О, больше, чем полчаса. Офигеть, ребята, офигеть. Если вы досмотрели, вы прям нереальные молодцы, потому что многие, наверное, то ли перематывали, то ли выключали. Если вы досмотрели, прям, я не знаю, что вам сказать, но вы прям суперские, ребята. Ребята, не расстраиваемся. Мы встретимся в следующей серии, когда она выйдет, зависит только от вас. Поэтому ставим лайки. Я вас всех жду на просмотре следующего видео. Всегда приходите, не стесняйтесь, ребята, я вас всегда рад видеть. Еще раз вам скажу большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.